Какой сегодня рассвет. Просто топ. Фух, люди уже на колоке. Мы вновь на озере Колок. Сегодня здесь много снега, сантиметров 15-20. Начинаем забуриваться, сразу бормошим. О, снег, конечно. Какую-то неделю, да? Постройка ли это много? Нет, смотри. Даже побольше можно. Живые какие, да, смотри? Нормально, можешь побольше бросить, еще маленький добавить. Что-то мало. Еще почти столько. О-о-о. Классный окунь. А? Классный окунь. Хороший, да? Конечно. Что, надо бормошить? Да, я за бормошем. Слушай, покажите мне его. Это на 3D. На 3D ловится, 3D. Да? Ишку. Ну да. Покажите, какой ловится. На какой ловится, покажите. На 3D-шный. Одну за одну, Александр Петрович, тягает, а? Да, тягал. Александр Петрович, давайте секрет расскажите. Что нужно делать? Кормить бормоша побольше, да? Нет, тоже здесь это. А я что тебе, на, бормоша где? Давайте. Если снимаешь, не дам бормоша. Не, мне нужно снять, как вы даете мне бормош. Положите мне в пакет, пожалуйста, держите. Не, надо на камеру. Живой еще, нет? Живой, полуживой. Доброта моя. Вот это прямо... И в мою перчатку, пожалуйста. Шикую. В мою шикую. Перчатку. Слушай, это на одна только пластмассовая, чтобы он не раздавливался. Ну это ладно, это уже. На камеру стесняется, да? Ну, как бы не сильно стесняется. Чуть не ушла, красиво хотел подать. Сразу на сковородку можно. Значит, ребят, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю рыбалку. Александр Петрович, как всегда, в своем репертуаре поймал больше 100 рыб. Как ему это удается, вообще непонятно. А сколько? 101 рыбу? Больше 100, я правильно сказал? Больше 100. Пойду похвастаюсь своей. Александр Петрович, ну секрет расскажи. Секрет? Да. Усидчивость, внимание... И удачи. И удачи. А еще что? Лучше удочку. Хорошая удочка. На что клевал сегодня? Клевала? До, это, часов до двух клевала такой вишневого цвета, такая тоненькая. А потом больше на 3D-бормуш и красненькую. 3D-бормуш и красненькая есть у меня сейчас на удилище. Сейчас покажу. Ладно, ребята, мне не стыдно показать свой улов. Я ведь только учусь, четвертый раз я на рыбалке. Александр Петрович, к примеру, уже лет так 50, наверное, ловит рыбу. Значит, я поймал ровно 22 рыбки. Зато у меня есть большие такие экземпляры. Ну, плюс-минус судочку. Обещал показать, на что мы сегодня ловили. Вот моя удочка.
Вот на эту мушку я ловил до обеда, такая вот маленькая, миниатюрная. На эту мушку я поймал, ну, может быть, двух или трех рыбок. А вся основа у меня, все большие мои окуньки я ловил на вот эту 3D-шную мушку. Похоже на бормуша.